Напомним, это было вечером 9 ноября 2012 года в центре города, рядом с Театральной площадью. Несколько молодых пареньков после кафешки решили размяться и выплеснуть энергию. Тут вам и выход на проезжую часть, и громкая матерщина, и тыканье в прохожих макетом пистолета. Ну, в общем, геройствовали, как могли, демонстрируя крутизну и удаль. А дальше и случилось то, что случилось. Обвинение в убийстве из хулиганских побуждений было предъявлено одному из шести фигурантов уголовного дела, а именно жителю города Рязани 1995 года рождения. Он также обвиняется в совершении хулиганства группы лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия. Добавим, что обвинение в убийстве предъявлено только одному из нападавших. Остальные, проходившие по менее тяжким статьям, попали под амнистию.